так вот поставили загородки для того, чтобы машины не ездили. Ну, водители решили иначе. Они просто заезжают сюда и паркуются. Вы что-то хотите сказать? Нет, я пожалуйста, пожалуйста. Я просто, может, не по адресу. Ага. Я вот заснял всю такую херню, отослал. Да. Куда? И 3 месяца. Куда? Отослали там? В мэрию. И что дальше? И 3 месяца до лампочки все. До лампочки. Да. Ну понятно. А вы чего ожидали? Да я, собственно, просто, как говорится, себя проверить. Правда, я думаю, так она и получится. Правильно. Без толку, блядь. По тротуарам стоят, блядь, это вообще. Идешь по это, водители сигнал. Ой, вообще. Ужас. Вот загородки поставили. Да все здесь. Да. Все. Что на том, старики, блядь, стараются. Травка, чтоб на зиму подстала, блядь, становится хоть ты. Хоть ты что? Я все поснимал и 3 месяца, блядь. Может, чуть-чуть. Правильно. Все похуй, блядь. Но надо что-то делать. Они только следят, только чтобы в центре было надо. Да, там то же самое. Ну ладно, ну вот видите, я отнюдь не одинок. Вот. Вот так мы и ездим по тротуарам.